Растениеводческое предприятие АПК «Рязань» входит в группу компаний «Агропромкомплектация» и осуществляет деятельность на территории Ряжского, Михайловского, Милославского, Скопинского и Кораблинского районов Рязанской области. Уборку первого урожая озимой пшеницы более 8 тысяч гектаров и ярового ячменя более 1500 гектаров механизаторы АПК «Рязань» завершили четко в плановые сроки, показав лучшую по рейтингу регионального Минсельхоза среднюю урожайность пшеницы – 60 центнеров с гектара. Достижение столь высокого результата стало возможным благодаря профессионализму, сплоченности и вовлеченности очень дружного коллектива ООО «АПК «Рязань». Конечно, нельзя не отметить и техническое оснащение предприятия. На Неве работали пополнившие парк сельскохозяйственной техники, новые зерноуборочные комбайны «Джон Дир», интегрированная система регулировки которых обеспечивает неизменно высокие показатели вне зависимости от условий работы. Также для уборки урожая растениеводы АПК «Рязань» используют современные жатки длиной 9,12 метров. Перед началом уборочной кампании вся сельскохозяйственная техника прошла необходимые ремонтно-профилактические осмотры и была полностью готова к выходу в поля. Все это в итоге позволило молодому предприятию ворваться в лидеры регионального сектора АПК. Впрочем, коллектив АПК «Рязань» на достигнутом не останавливается, наращивая земельный фонд и объемы производства. Реализуя комплексную стратегию интенсивного развития группы компаний «Агропромкомплектация» в Рязанской области, растениеводческое предприятие АПК «Рязань» увеличивает земельный банк путем введения в трехпольный севооборот заброшенных территорий сельскохозяйственного назначения. Сложные земли, которые десятилетиями зарастали сорняками и кустарниково-древесной растительностью и от которых отказывались другие предприятия, больше не пустуют. Полным ходом идет осенняя посевная кампания. Всего предстоит посеять порядка 11,5 тысяч гектаров озимых зерновых. Механизаторы АПК «Рязань» продолжают сеять озимую пшеницу под урожай 2021 года. К примеру, результатом трудоемких мероприятий по раскорчевке стала возможность озимого сева на площади 1,8 тысяч гектаров вблизи поселка Быковская степь Кораблинского района Рязанской области. Параллельно продолжается раскорчевка и обработка залежей в других районах региона. Ну а пока коллектив АПК «Рязань» готовится к уборке 5 тысяч гектаров сои. И на днях комбайны выйдут на соевые поля. Урожай этой востребованной зернобобовой и масличной культуры обещает быть достойным. Кстати, урожай 2021 года будет поступать уже на собственный элеватор группы компаний «Агропромкомплектация», возведение которого ударными темпами идет в Ряжском районе. Проектная мощность строящегося объекта составляет 150 тысяч тонн единовременного хранения зерна, а объем инвестиций – 2,2 миллиарда рублей. Прототипом для строительства послужил уже действующий элеватор группы компаний «Агропромкомплектация» в селе Ленец Курской области. Объект в Ряжском районе будет оснащен современным оборудованием от ведущих производителей. За инженерно-технические решения отвечает компания «Технекс», за автоматизацию компания «Хёгеман». Предприятие будет осуществлять приемку зерна с входным контролем качества поступающего сырья в аттестованной лаборатории, подработку, хранение и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом. Первая партия зерна поступит на элеватор в июле следующего года. Запуск в эксплуатацию нового производственного объекта группы компаний «Агропромкомплектация» даст Ряжскому району более 100 рабочих мест и повысит социально-экономическую привлекательность региона. ООО «АПК «Рязань»» постоянно развивается, осваивает новые территории и наращивает объемы производства. Сотрудники компании будут рады видеть в своих рядах рязанцев, готовых связать жизнь с работой в секторе АПК на родной земле.